Ложь, предательство, обман. Вот краткая суть имперской политики России по отношению к соседним народам и государствам, и прежде всего по отношению к Армении и армянам. Такие уж настали времена. Вы подлость преподносите как подвиг и просите за это ордена. В результате такой циничной и предательской имперской политики России на протяжении 300 лет ореол проживания армянского народа на своей исторической территории сократился более чем в 10 раз. Вот чего стоила нам так называемая многовековая дружба с Россией. Поэтому сегодня мы здесь, чтобы сказать раз и навсегда: будь ты проклята, империя зла! Россия вон из Армении! Прощай, любимая Россия! Страна рабов, страна господ! И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ!